Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я вам покажу, как растет дикий чеснок у нас в горах. Сильный ветер. Покажу вам и расскажу, как я его готовлю. Опа, чуть не улетел. Чуть не улетел. А вниз лететь далеко. Метров 100. Такие наши горы. Такие наши скалы. Вот так он и растет. Наш дикий чеснок. Очень полезная приправа. Рекомендую. Тут он может собрать его. А вот это вот дикий лук. Один вот такой вот растет. Вот так вот по скалам мы лазим. Ну вот приеду домой, покажу, как я его готовлю. Посмотрите, целая плантация чеснока. Сейчас мне надо подниматься будет вот на эти скалы. Спускаться тяжело, но подниматься еще тяжелее. Посмотрите, какие чудесные цветы растут здесь. Мои друзья, приехал я домой, готовлю чеснок, удалил некоторые листья, помыл, подготовил вот ножички, соль, баночки. Сейчас буду резать, засыпать в баночки, присыпать солью. Такие вот листочки, которые я удалил, мне не понравились. На улице дождик, вовремя я успел, хлещет. Приступаем. Вот так я его нарезал мелко. Сейчас буду засыпать в баночки. Вот так вот, слой за слоем, я ложу чеснок в баночки, пересыпаю солью. Сейчас, значит, закрою, бултыхну ее, чтобы соль
Она соль даст, сок. Все. Вот такая моя работа сегодня. Зимой пригодится. Ну, работу я произвожу эту на веранде. Такой запах стоит, что в комнате я в прошлом году делал, ну прям на дня два он не мог выветриться. А на улице вот такая погода. Дождик хлещет и хлещет. Вторую неделю у нас уже такой вот творится. Немного выяснит и опять. Ну, такие у меня баночки получились. Толкал я. Вот моя работа. Первое мое кулинарное видео. Ставьте лайк, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всегда отвечу взаимностью. С вами был Владимир. Всем мира и добра. Пока-пока.